пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Вперед! Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Не зарывайся, мальчишка! Не в этот раз! Ты виноват во всех бедах этого города! Ха. Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Все к нему! Пойдем. Идиоты! Вас учить! Слишком быстрый! Оправдания мне не нужны! Сегодня ты сдохнешь! К нему! Я сам справлюсь! Всех ему не одолеть! Не Так, что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй! Удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! 1 месяц! 1 месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Герман, как поживаешь? Эй, я не юрист, но ты не нарушил условия УДО? Уп, кажется, мы здесь застряли. Ну что, сыграем в города? Нет. Поборемся на пальцах? Ладно, бьем по морде. Ого, у тебя теперь цифровые наручи, да? Будь по-твоему, хочешь подраться? Давай драться!
Скорее бы вернуть тебя в тюрьму, поболтать о науке. Помнишь первый бой? Я молодой и глупый. Ты просто глупый. Много болтаешь. Это твоя точка зрения. Разве уже есть стандарты, сколько человеку можно болтать? А каково идеальное соотношение болтовни и не болтовни? Да, а вот теперь можно врезать. Зачем тебе это, Герман? Потому что иначе они меня убьют! Не дергайся! Простить-то надо! Вежливо! Сейчас все будет! Раскайся, и я помогу! Ты правда хочешь помочь? Тогда не мешай мне грабить! Нет, так не пойдет! Люди в банки уже не ходят. Тебе повезло, что тут есть наличка. Если хочешь грабить банки, иди на биржу. Это самый сок. Стой, 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 стой! А, нет! А, ну уже, Герман! Скажи, на кого работаешь, и я правда все устрою. Если проболтаем, мне крышка. Это они четко сказали. Герман, ты меня пугаешь! Ты же не боишься людей! Не знаю, люди ли они! Под масками может быть что угодно! Стой! Ты сказал маски? Эти парни в масках! Зачем им деньги? Не знаю! Мне плевать! Закончу работу и свалю! Будет больно! Сдавайся, и мы тебя защитим! Нету! Ты их не видел, а я да! Ты ублюдок! Даю последний шанс! Слушай, я серьезно! Стой на месте! Ладно, я пошутил. Сейчас твой последний шанс. Серьезно. Прости, Герман. Ты сам виноват. Честно. Ли уходит. Наконец. Извините, опоздал. Фишка у меня такая. Мартин, зачем вы так? Отдаю старый долг.
Вот мой шанс. Кажется, он начинает уставать. Он уязвим. Больны. Я могу помочь вам. Тормоза? Нет, и ладно. Ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Следующая станция – тюрьма. Злой драгдиллер пил один. Это практически поэзия. Тебе лучше знать. Литература — это не мое. Как тебе удалось выйти на Мартина Ли? Я же лучший в своем классе. Люди сами ко мне приходят. Знаешь, если мы объединим усилия, то всех порвем. О, как приятно. Но эксплуатация страдающих существ меня пугает. Нужно измотать его, потом применить антидот. Можно сутками бить надгробие, и он не почувствует. Подействует ли антидот? Братва, давайте! Помнишь наш последний танец? Колено зажило? Дождь болит, а так ничего. Спасибо, что спросил. Нельзя применять антидот. Сначала разберусь с бандой. Я прикончу! Как тебе новый товар? Я назвал его быстро. Это твой отдел маркетинга придумал. Я сам тебе отдел маркетинга. Разберусь с его людьми и пущу в ход антидот. Посоветовать хорошего дерматолога? Нет смысла. На кроме стрелок ты появишься. Остановите его!
антидот сработал. Пора его уложить. Чем ты меня накачал? Чувствую себя страшно. Ну, как обычно. Нейтрализатор, все такое. Он истощен. Пора заканчивать. Ну что, твоя карьера драгдиллера уже в прошлом? Скажи. Ну да, пока. Но было весело. Я бы так не сказал. Не ждал. Ты не хочешь сбавить обороты теперь, когда ты стал смертным? Без шансов. Опасность усиливает удовольствие. Левый хук супер. Скорее бы матч-реванш. Нет уж. Ты мне нравишься. Подкинуть? Какой приятный работодатель Октавиус! Планы Б для всех планов Б! Ребят! Пит, ты в порядке? Что происходит? Да, так! Послушай! Лео охотится за вакциной! Мы должны найти лабораторию Оскорб раньше него! Уже ищу! Я подняла все разрешения на строительство в городе. Если запись есть, я ее найду. Прекрасно! Ладно, до связи, МДЖ! Не вышло? Потрепало. Теперь план Б. Командная работа – волшебная штука! Позволяет достичь невозможных целей, например, убить Человека-паука! Ты почти согрел мне душу, Электро! Тюрьма пошла тебе на пользу, правда? С, твой выход! Привет, Эдриан! Это я, Человек-паук! Что за чушь ты несешь? Никто не понимает моих шуток! Наша долгая вражда закончится сегодня! Вражда? А я думал, тактика взаимных уступок. Да, я ошибся в оценке отношений. В следующий раз все! Сейчас! Я быстро! Человек-паук! Я должен сломать тебя! Есть! Ты понял шутку? Я так рад, что почти готов сдаться! Почти! Если честно, поодиночке вы мне нравились больше. Удивительно, чего можно добиться командной работы, правда? Энергия молодости и мудрость опыта! Идеальное сочетание! Как кошка с собакой! Ну да! Ah!
хочу вас огорчать, но кажется, вы неправильно оценили ситуацию. Один готов, остался еще один. Сколько уже раз мы вот так танцевали, Эдриан? 10, 20? Слишком много всего! Что происходит? Электро заземлили. Дайте врага себе подстать, носорог! Нет врагов мне подстать, паук. А нельзя все решить разговором? Носорог, почему ты в команде? Я думал, ты одиночка. Цели и средства, паук. Это цели и средства. И какая цель у этих конкретных средств? Свобода. Настоящая. Конец костюму. Конец носорогу. А мне костюм нравится. Такой заметный. Радуйся, паук. Без костюма я буду тебе не так опасен. А как же наши увлекательные беседы? Смешной. Мне почти жаль, что нужно разбить тебе башку. Так, носорог, давай закончим. Восьмитонный малыш не справится со взрослым делом. А я справлюсь. Ты прелесть, Корт, но лезть в эту драку грубо. А что бы ты делал, если бы я не пришел? Умолял его сдаться? Да, Гаркан, именно это я бы и сделал. О, ты прям как пожилые супруги. Уже выбрали название? Жуткая шестерка? Грязная шестерка? Шестерка, которая убила Человека-паука и сделала из него одеяло. Гарган, заткнись, не позорься! Носорог избавится от костюма. А что Октавиус обещал тебе, Скорб? Энни, у Гардина нет костюма. Он воюет с Агрином. Нет, да. Паука я моргу бесплатно. Деньги просто подал. Гарган, что ты делаешь?
Пулейчики играю, идиот! Помоги мне! Гарган, если мы проиграем, ты узнаешь такой урод! Я сам раздавлю букашку. Носорог оглушен. Теперь можно бить. Мы можем остановиться прямо сейчас. Знаешь, что сделает Октавиус, если узнает о твоем провале? Моем провале? Да, твое, урод! Время, проведенное вместе, поможет вам поладить! Осборн должен попасть в руки настоящего правосудия, но для этого вам нужно остановиться! Я не отступлюсь! Боритесь, Мартин! Вы можете спастись! Нет!
Осборн должен страдать! Очень надеюсь. Моя воля сильнее твоей. Это мы посмотрим. Дайте мне вакцину. Отто, вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Но будь по-твоему. У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! Достаточно навредили Осборну! Нет! Давай на игры! Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Осборном!
Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги, пока я не занялся тобой взаправду! Отдайте вакцину! И я обещаю, Осборн понесет наказание! Уже! Ты совсем как Осборн! Ну, время врет! Довольно! Что ты? Как я разочарован, Паркер. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! Чем ты был? Его больше нет. Ты не можешь спасти меня, Питер. Тогда тебе самому придется спасти себя. Вы были кумиром! Я вами восхищался! Зачем вы меня вынуждаете? Вы собирались изменить мир! Выглядишь уставшим, парень. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер, чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться! Вакцина! Ладно, должно сработать. Thank you.
Вы двое теперь заодно? Мило. Но это вам не поможет. Соболь, мне бы не помешала помощь. Лазер полетел. Можешь починить? Пытаюсь. Ладно, я просто немного повальсирую с кувалдой. Пора перейти к Кристому. Спасибо вам за то, что вы указали мне на мои ошибки. Если я хочу управлять городом, я должен меняться, развиваться. Теперь, когда я достиг совершенства, пора стать тем, кем положено. Сразу как только убью вас обоих. Пытайся сколько хочешь! Меня не отдали! Соболь, что у тебя? Лазер работает! Теперь подойду поближе. Вам не победить в этой битве! Подкрепление сюда! Живо! Думаете, я это чувствую? А, я уже... Огонь! Стреляю! Какого черта вы... Давай-ка, пока башка не разлетит. Погляди! Почтение ноль! Да сколько можно? Знаешь, кого я уважаю? Тех, у кого есть чувство меры! Бомба на подходе! Черт! Промахнулась! Продолжай! Я сейчас тебе помогу! Я сброшу бомбу, а ты кидай их в него! Нужно хватать бомбы, когда она их спрашивает! Его щиту конец! Не уйди! Получай! Неужели все еще не сдаешь? Достойно! Но я все равно вас! Берегись! Держи дистанцию! Не дай ударить себя головой! Хорошо! Щит отключен! Я иду за тобой, жук! Хорошо дерешься, но мне ты не чита! Вот это команда! Мне надо быть еще быстрее! Не пробьет его щит! Посылаю еще бомбы! Попал! Пора перейти к личному! Не попадись ему! Ага, стараюсь! Его щиту конец! Неуязвимый, да? Я так не думаю! Стреляй! Пытаюсь! Сейчас! Лазер вырубился! Стой! У меня идея! Я долго не выдержал! Держи его! Отдай! Готовься прыгать! Что? Весело. Эй, как насчет ужина? Я знаю отличную пиццерию. Мне нужно в Симкарию. Ну да, у тебя же там война.
Я не люблю войну. Но обязана помочь своему народу. Знаю. Это и делают герои. Я не герой. Но некоторым вещам научилась. Правда? Каким, например? Как ошеломить врага скверной шуткой. Ну, вообще-то, это классные шутки. Но я понимаю, юмор субъективен. Человек-паук. Спасибо за все. Давай без этого. Ну, да, конечно. Слушай, а ты меня обратно не подбросишь? Я бы доплыл, но потом от запаха реки не отделаешься!